Мастер-классы и лекции от именитых мастеров смогут прослушать красноярские стоматологи, зубные техники и студенты. С 16 по 18 марта в Восточном центре «Сибирь» пройдет Сибирский стоматологический форум. На него съедутся сотни специалистов со всей России и других стран. В экспозиции будет представлен весь спектр оборудования для современного оснащения клиник. Впервые в этом году одновременно пройдет Сибирский конгресс по эстетической стоматологии, который стартует 17 марта. Специальным гостем станет итальянский стоматолог с 20-летней практикой Доминика Массерони. Он поделится опытом работы с использованием микроскопа, расскажет о минимальном инвазивном лечении и многом другом. Идея мероприятия в том, что это образовательное мероприятие для стоматологов нашего города, края и вообще сибирского региона в целом. Потому что у нас география на сегодня от Владивостока до Екатеринбурга реально посещаемость, то есть люди едут. Значит, в чем уникальность мероприятия? Да? В том, что приезжают сюда спикеры, да, это лекторы, да, которые будут не просто там обучать, да, рассказывать, какие они популярные, они будут конкретно давать практические приемы. То есть у нас будет конгресс разделен на две части. Это мастер-классы, да, где людей будут конкретно учить. Делать, да, руками. И лекции.